В 2016-м доля новейшего вооружения в российской армии должна составить 51%. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу. Тема селекторного совещания, новые программы, а также итоги года. Одно из главных событий – создание воздушно-космических сил на основе ВВС и соединений космической обороны. Сейчас новый вид войск участвует в сирийской операции. В наступившем году продолжатся военные учения и внезапные проверки. Особое внимание маневрам «Кавказ-2016». На фоне простой международной военно-политической обстановки в ходе учения важно оценить наши возможности по защите национальных интересов на юго-западном стратегическом направлении. Войска и силы должны отработать вопросы боевого взаимодействия и эффективных действий в горной местности с учетом роста террористических угроз в регионе.